Сегодня стало известно о том, что из жизни ушел знаменитый советский и российский актер, которого миллионы людей во всем мире помнят по небольшой, но яркой роли в фильме Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Впрочем, на его счету немало и других киноработ. Умер народный артист России Виктор Зозулин. Виктор Зозулин родился 10 октября 1944 года в Москве. Актерское образование он получил в театральном училище имени Щукина, которое окончил в 1966 году. О том, насколько был успешен в учебе молодой актер, говорит тот факт, что он получил приглашение сразу в 7 столичных театров. Он выбрал театр имени Вахтангова. Впервые на экранах зритель увидел Виктора Зозулина в 1965 году в комедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Он исполнил небольшую, но яркую роль радиотехника Кости, который помогал Дубу сдать экзамен. Всего в фильмографии этого актера более 70 работ в кино. Виктора Зозулина можно увидеть в лентах. «Тактика бега на длинную дистанцию», «Битва за Москву», «Возвращение Мухтара 1, 2, 3 и 4» и «Институт благородных девиц». Виктора Зозулина не стало 16 августа 2022 года. Актеру было 77 лет. До своего 78-го дня рождения он не дожил меньше 2 месяцев. Светлая память актеру театра и кино Виктору Зозулину.